Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды, забираем свой приз. Так, открыть колоду. Давай-ка мы это сделаем. И ничего нам тут не выпадает. Только 5 баксов замызганных. Хорошо. Так, пойдем пройдем серию испытаний. Ту-ту-ту-ту. Ага, мы уже с тобой заканчиваем практически второй круг. Практически. Ну что, возьмем, наверное... Да какой Донателло? Да иди ты! Лео возьму. Возьму Кренга. Супер Шреддера. Возьму, наверное, на этот раз Маузеров. Не поленюсь. И, наверное, возьму Слэша. Кстати, Слэша я давно не брал на испытание. Так, и у нас здесь... Бакстер Стокман, собственно, персоной. Ну что, маузеры, будем проучивать. Не, давай сделаем вот так вот, лучом. Потому что луч я давно не использовал. Шикарно, смотри-ка. Этих мелких маузеров по бокам мы снесли с одной плюхи. Дальше переходим. И здесь у нас вот такие вот отморозки стоят. Лео, ну как же так-то? У тебя нет вертушки, это плохо. Блин, ребята, что-то я сегодня объелся рыбы соленой. Меня так сушит. Я трехлитровик, бутылку трехлитровую выпил практически за 2 часа. Жесть какая-то. Ну что, добиваем Рокстеди. Все. Серия испытаний у нас закончена. Что-то я сегодня переборщил. Купил ерша, сколько там, 6 штучек. Довольно крупных. 3 съел. Что-то объелся, вроде думаю, ладно, не буду больше, положу в холодильник. Что-то прилег на диванчик, думаю, нет, надо еще поесть немножко. И доел, короче, этого соленого верша, лег спать. Проснулся такой дикий сушняк, именно вот от соли. И вот пью-пью и напиться не могу. Так, ну что, ладно, ребят, сейчас не об этом. Что у нас по заданиям? Поднять уровень персонажа и сразиться в компании, в режиме. Так, давай-ка мы найдем наших... Где у нас этот Рафаэль? Нашего Рафаэля и смотрим. Блин, тут еще 11 книжек нужно найти. 11. Уже 10. Так, подожди. Вот здесь вот попробуем. Так, 9 получается. 8. 7. 6. 5. Слушай, ну пошло вроде дело. 5, 4. Ну давай, добьем, наверное, сегодня. Так, 3, 2. И последнюю, пожалуйста. Последнюю книжку мне. Ну хорош, выпендриваться. Дай мне последнюю книгу. Вот, все, ребята, книжки мы. А-а-а, нет, еще не нашли. Вот. Слушай, ну нормально, книжки нашли. Теперь нам нужно, блин, найти 14 комиксов. Тоже, кстати, очень плохо они ищутся. Но это уже будем в следующий раз искать, потому что сегодня не получится. Так, и поднять уровень персонажа. Давай глянем, сколько у нас мутагена. 12 тысяч всего. Ладно, после арены, я думаю, что мы сможем поднять уровень. Так, сегодня я пойду проходить черепашью бурю. Меня, ребят, ничего не волнует, не колышет. Это мое любимое событие, я его хочу пройти. Ну что, в принципе, норм. Я думаю, что маузеры нам здесь будут очень даже кстати. Вот в этом событии. И в первую очередь, естественно, надо попробовать уничтожить Микеланджело. Так, у них здесь уровень-то, по-моему, не особо сильный. Да, 60-й. Можно было и волну, точнее не волну, а лучом от маузеров сделать все. В принципе, этого было бы достаточно. Так, Шреддер у нас выпускает шипы. Дальше у нас черепашки-ролевики. Кто у нас там будет ходить? Крэнк. Достаточно будет луча одного. Так, и последняя волна. Это у нас классические черепашки. Давай так сделаем. Нет, тогда с гранатомета еще. Все. Так, и здесь я получаю, по-моему, 60 жетонов. Вроде такой приз. А, нет, 60 долларов, да. 60 долларов. Это уже у нас здесь будет 75 жетонов. 15 бакинских.
Но, правда, мы очень много тратим здесь сыра. Практически весь он потратится у нас. По-моему, там один раз мы сможем или два даже паролить на Роквелла. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы он нам выпал. Опачки. Ну, Донателло, как всегда, ребята. Я даже не удивляюсь, что он выживает. Мы уже привыкли, что из всей этой суматохи выживает именно Донни. Так, вторая волна. Попробуем сейчас, наверное, опять же бомбануть лучом. Так, ну здесь они упали. И у нас классика пошла. Черепашки классические. Ну-ка, если я вот так. Давай пулеметную дробь тогда сделаем. Все. И на последнюю, заключительную волну. Здесь у нас черепашки видения, да? Ну-ка, если я лучом, например, бомбану. Слабо, слабо Маузер бьет. Я думал, что он их, ну, хотя бы большую часть сможет уничтожить, а он... 98 уровень, ну, ничего страшного, до сотки мы его докачаем. Там, я думаю, что будет уже нормально он бомбить. Так, и вот здесь у нас, ребята, последний поединок. Ничего себе, Рафаэль выпендрился. Ну, правильно, он инициативу имеет хорошую. Опа, Донни там расплющился. Так, это у нас первая волна. Давай тогда будем сейчас аккуратненько здесь. Если я ракеты выпущу, сможем подбить их всех? Отлично. Так, тут еще 6 волн, блин. 6 волн. Ну давай выпустим маузеров. Тут главное, чтобы Леонардо упал как можно быстрее. Пулеметку. Есть. Третья волна, классический. Здесь самое опасное, это вот этот Леонардо. Его нужно как можно быстрее уничтожить. Так, Маузер, давайте луч. Так, здесь уклонение в минус у него ушло. Уклонение в минус. Я просто думаю, что мне лучше сделать. Или массуху применить. Ладно, давай массовую атаку применим. Не будем рисковать лишний раз. Рафаэль выжил, ничего себе. Пережил две массовые атаки. Вот этот Рафик, кстати. Так, это у нас классика идет. Точнее, это оригинал, а не классика. Так, постепенно висит. Кого наказать-то? Этого, наверное. Давай все-таки сделаем вот так вот. Предпоследняя волна. Черепашки видения. У нас массовых атак, по-моему, не осталось уже. Ни у кого, кстати. Давай-ка я так попробую сделать. Ага. Так, сделаем хил от Супер Шреддера. И лучом. Так, у нас будут последние. Ну, последние это, по-моему, космические черепашки. Опа, сразу двоечку уронили. Здесь пробили. И здесь завершили. Ну что же. Последний поединок. Черепашки из космоса. Ну давай, наверное. Давай слева начнем. Есть. Этого было достаточно. Замедляху повесили, отлично. А пробить? Есть. Так, Донателло отдупляется. Так, не дай бог постепенно сейчас кинет. А, он блокирует. Блин. Ну, у нас двойная атака. Плюс есть ракета. И остается здесь один Рафаэль. Давай ему гранату. Постепенку повесили. И, видимо, добиваем. Все, ребята. Это событие у нас пройдено. Без каких-либо потерь. И, соответственно, забираем награду. 100 жетонов, $20. Вообще шикарно. И, кстати, жетонов у нас 695. А нам нужно 710, да? Так, ребят, пришлось сделать паузу, потому что сосед со своим перфоратором опять задолбал. Так, на чем мы остановились? Мы прошли испытание. Так, у меня еще, по-моему, осталось даже немножечко сыра. И я попробую... Так, я попробую вытянуть Роквелла. Вот отсюда.
Ну что, попробуем. Так, жетоны. Нож для пиццы. $2. Опять жетоны. Есть, есть, друзья мои. Мы вытащили 2 ДНК на Рокула. И плюс мы заработали 745 жетонов, что дает нам право купить 3 ДНК. Ну что, приобретаем. Отлично. Так, смотри, у нас 62 ДНК на Рокстеди и 66 ДНК на Рокула. Ну, в принципе, практически нога в ногу идут, да? Прекрасно. Поднять уровень персонажа — это мы попозже. Ну что, пойдем теперь на турнирную арену. Лига Сёгунов, как ты видишь, 2 звезды. Блин, меня опять скинули. А сегодня у нас воскресенье, а завтра уже понедельник. А понедельник, ты сам прекрасно знаешь, это у нас откат. И вот теперь сиди и думай, как здесь все это сделать. Как нам попасть вообще в топчик? Вряд ли, конечно, получится. Но все-таки, ребят, я попробую. Если сейчас на моих часах 5 часов вечера, у них откат идет 8 часов, блин, то есть только ночью, потом еще утром, чтобы как-то 2 игры сыграть. Сложно будет. Будет сложно. Ну, по крайней случае, если что, мы зайдем не в Лигу Мастеров, например, 3 звезды, хотя бы 2 звезды. Надо попытаться. Опять же, видишь, дают нам очень мало кубков. Вот из-за этого большущая, огромная проблема, ребят. Мало кубков дают, и ничего я с этим сделать не могу. Так бы шел быстрее, продвигался бы. Так, ну что, ладно. Что-то мне подсказывает, что соседушка опять сейчас будет там сверлякать. Ненавижу, когда он начинает перфоратором фигачить. Так, ну что, друзья, в Лигу Сёгунов 3 звезды мы вернулись. А, блин, нам нужно еще до Лиги Мастеров подняться. Так, я возьму, наверное, здесь Кожеголового. В принципе, должно хватить его, да? 59-60 уровень. Должен выкосить просто-напросто своей вертушкой. Так что давай пытаться пробовать. Кубарем покатились. Вот, вот о чем я и говорил. Все идеальненько идет у нас. Так, а сколько у нас откатов? 46. 46 откатов. Так, 87-я. Короче, 10 ступенек ровно мы сейчас прокатились. Давай возьмем, наверное, вот эту команду. Так, Леонардо. Справится ли он с 58 уровнем? В прошлый раз, по-моему, у него не получилось. Он нанес урон, но он не положил никого. Или двух. В общем, не справился он. Один. Я, как всегда, рискованный парень. Мне же жалко кого-то взять ему в помощь. Оу, ну здесь намного лучше он сыграл. Намного лучше. Он оставил всего одного противника. Так. Тихо, тихо, тихо. Есть. Бибоп. Толстый жирный кабан его ушатал. Вот это круто. Ну что, ребята, двигаемся дальше и смотрим, на какую позицию. 77-я. Ну да, 10 ступенек мы пока проходим. Стабильно причем. Единственное, что хотелось бы уже получить, например, 17-22. Но не дают. Я возьму здесь Донателло и, например, Рафаэля. Донателло и Рафаэля вдвоем. Но я думаю, что должны справиться, по идее. Если мы Рафаэля поставим в защиту. А Донни... Ну, Донни сделает массово такое. Единственное, что вот голубь Пит. Воу. Фига себе, Донни, ты красавчик. Ты видел, что он сделал? Я думал, мы сейчас просто отнимем у них хп и будем их добивать. А он просто всех выкосил. Ну, кроме, конечно, последнего бойца, которого мы потом добили. Так, возьму, наверное, вот эту вот команду против себя. Здесь Бакстер Стокман у меня будет выступать. И, наверное, его одного здесь будет достаточно. Единственное, что думаю, или волну... Не, наверное, волну все-таки смертельно, потому что есть шанс наложить постепенный урон. Вот, видишь, на двоих повесили. Вот этого надо своими силами ушатывать. Ой-ой-ой, сейчас кого-то... Сейчас кому-то прилетит. Эу, он просто заблокировал, да? Ладно, это мы перетерпим. Ну, добьешь? Молодец.
Слушай, ну тут тоже идеально получилось. В принципе, не дали мы им разойтись, как они хотели. И 57-я. Да, 57-я позиция у нас получается. Так, а здесь, наверное, я возьму вот эту вот команду. Будет у меня выступать Макман. Наверное, один. Риск. Есть риски. Сейчас он начнет со своего торнадо. У него, кстати, тоже там, я смотрю, Макман 60 уровня. Так, подожди. Здесь надо, по идее, Лео. Блин, он же сейчас захиляется. Ёпарасоте. Вот это уже... вот это уже, ребята, фигово. Блин, я даже не знаю, что сделать. Давай осколки, наверное, запустим. Слабо бьет, да? Если с гранатомета. Вот я почему и говорил, что... давай-ка ускоримся. Что надо уничтожать Леонардо в первую очередь. Потому что он, если отхиляет... плевок. Слушай, ну плевок — это ерунда. Потому что вот этот удар намного мощнее, чем плевок. Если бы он с разбега, он бы мог тут кого-нибудь ушатать у нас. Ну добьем мы его сегодня или нет, этого Макмана? Ну брось комочек, может заморозишь его? Он просто, ребят, рассыпался. Даже без всяких яких. Ну что ж, давай посмотрим. Так, 47-я, надеюсь? 48-я. 9 ступенек дали. О, 16-22, кстати, уже. Беру здесь Зека и... нет, Крэнк, подожди. Беру Зека и наших маленьких маузеров. Раз, два, три, четыре, хотел сказать. Слушай, а тут, кстати, хорошая команда. Ты посмотри, черепашки классика. Блин, тут этот охламон. Ё-моё. А, он не успевает? Я думал, что он сейчас будет ходить, а он не успевает. Ну, Микеланджело. Тогда до свидания. Блин, нормально. Тут, кстати, тоже отлично справились. Так, это мы сейчас, это мы идем только лишь для того, чтобы попасть в Лигу Мастеров одну звезду. Так, давай-ка попробуем 16-22, но ведь было же. И вот, вот сейчас они будут, ребят, сопротивляться. Есть. Так, я возьму Майки и Крэнга. Я думаю, это должно нам помочь. Крэнг, естественно, со своей волной. Не, не волной, а своим лучом будет бомбить. Ну, а Майки сделает, скорее всего, уклоняшку. Так, уклонение. Хорошо было бы, если бы он еще помимо уклонения делал бы, например, какое-нибудь усиление на атаку. Вообще было бы топово. И остается один кабан. Ну-ка попробуем его вот так вот. Понижение атаки мы ему сделали. Слушай, ну хорошо, что мы ему понизили атаку. Видишь, он даже не смог пробить. Потому что у нас на Рафаэле было уклонение стояло. Так что the best. 28-я, да? 28-я позиция. Так, 16-22 у нас есть. Возьму здесь, наверное, Усаги. Но Усаги здесь уже одного будет, наверное, маловато. Поэтому возьму сюда еще Железноголового. Раз, два, три. Ну, опять же, смотри. Взял Железноголового. По инициативам мы знаем, что он очень слабенький. Он будет ходить, ну, практически в самом конце. Вот с этим противником у нас должен сразиться Усаги. Просто на него вся вот эта вот мощь. Слушай, ну он справился. Он еще к тому же постепенный урон повесил. Красавчик. Что же я могу сказать? Усаги молодец. Ну а дальше, если они сейчас не помрут от постепенного урона, мы их сами уже тогда забомбим. Ты достал, Сплинтер. Вот о чем я и говорил, что железный... этот железноголовый, он сходил в самом конце. После всех. После всех, ребята, моих персонажей. Так, 18-я позиция. Получается, еще два поединка нам нужно. Еще два поединка нужно нам сыграть, чтобы попасть в Лигу, блин, мастеров.
Опять же, одна звездочка. Ну что, беру Ваньку. Беру Слэша. Так, так, так. А потом уже придется брать самых наших мощных там. Кто у нас идет? Супер Шреддер, Крэнк. Именно их придется отыгрывать. Ну, то есть через откаты. Давай, добивай, Ванюша. Все. Тут идеальненько получилось. Так, и сейчас будет какая? Восьмая позиция, по идее, должна быть, да? Восьмая позиция. Ну, вот о чем я и говорил. Так, последний, заключительный поединок в этой лиге. Слушай, я думаю, Армагона здесь хватит. Одного, да? Ну, на всякий случай, знаешь, что сделаем? Возьмем Карайку. Раз, два, три. Карайка будет как подстраховка на добивание. Потому что все равно сейчас будет ходить первым Армагон. Я думаю, что здесь нет противников, которые смогут переплюнуть мне Карайку. Да может быть, Армагон и один справится. Нет, не справился. Вот Карайка теперь входит в дело. Она, в принципе, для этого и была взята, чтобы смогла добить остальных. Ну что, переходим в Лигу Мастеров, друзья мои. Но пока одна звезда. А нам нужно хотя бы до трех звезд. Я уже не говорю про топчик. Просто нам нужно попасть в Лигу Мастеров 3 звезды. Хоть 99-я позиция. Главное, чтобы она сохранилась у нас на завтра. Ну что, давай тогда я возьму Кожеголового. Так, так, так. И вот так. Я хочу просто посмотреть, сколько сейчас урона нанесет Кожеголовый вот этой команде. Он же первым пойдет у меня. А, Рокзар. Ладно, давай так сделаем. Так, теперь Кожеголовый. Ну, ты сам все прекрасно видел. Не хватило ему совсем чуть-чуть пробить. Но, тем не менее, урон достойный, солидный, так скажем. Так, двигаемся дальше. Посмотрим, сколько здесь ступенек будем проходить. 9. Ну, в среднем где-то 10 ступенек должно быть. Опять же, выходить у нас. Возьму опять Армагона. Раз, два, три, четыре. Ну, тут где-то еще поединка 3 у нас осталось. За 3 поединка. Ну, далеко-то мы не уйдем. Далеко мы не уйдем. Ну, хотелось бы хотя бы 50-е место получить. И вечером, ребят, ну как вечером, уже поздно и поздно, даже ночью, я бы сказал, я еще сыграю, отыграю, ребята, откат. Через 8 часов обновится выбор персонажей, то есть я смогу опять их брать. И остальное уже получается на утро, это перед бустом, да? Вот такие у меня планы. Так, 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 так. Давай, наверное, сделаем немножко по-другому. Так, так. Блин, 57-58 уровень, конечно, здесь брать опасно. Если они вырвутся, а они могут это себе позволить, особенно Микеланджело, да? Армагон просто удивляет. То оставляет кого-то, то убивает всех с одной плюханы. Он просто красавчик. Так, ну что, 69-е. Да, ну 10 ступенек, ребят, в среднем идет 10 ступенек, поэтому все нормально. А вот почему они мне не дают 17-23, только сказал, ребята, и дали. Но здесь Микеланджело, поэтому сделаем вот так, 2 отката я возьму. Раз, два, три. Насколько я помню, Зек должен переплюнуть Майки, и, по-моему, даже наш Армагон должен переплюнуть вот этого Микеланджело. Если мы еще замедляк сейчас повесим, вообще будет круто. Ну тут крышка в любом случае. В любом. Тут даже, ребят, не рассматривается никакого другого варианта. Идеальная победа. Ну что же, 59-е, надеюсь, дадут. Зажали. Опять же 9 ступенек дали вместо 10. И ищем 17-23. Вот, сразу же нам выдали. Так, берем Армагона. И берем, наверное, здесь Крэнга. Раз, два, три. Сколько там еще? Раз, два, три. Еще один поединок. Этот отыгрываем. И еще последний у нас бой будет.
Так, потом, ребят, наверное, еще в Дракон Всадники Олуха зайдем. Событий, наверное, там не будет никаких, но просто пособираем паки. Ну, паки вождя. Уж больно я хочу прокачать как можно быстрее Барсика. И Кривоклык там, кстати, у нас тоже созревает на прокачку. Получить следующий уровень. Так, 51 позиция. Ну, слушай, в принципе, ребят, вот как мы сегодня поиграли, считай, полторы лиги взяли. То есть мы начали с тобой с Сёгунов, да? И дошли до Лиги Мастеров. Ну, почти две звезды. Я считаю, что это, ребят, неплохо. Плюс у нас еще остаются откаты, и я еще смогу добрать 10 через сколько там, через 8. Ну вот, видишь, вот через 10 часов, ребята, будет откат. Если сейчас 5 часов, ну плюсую 10 часов, ну это будет, да, ночью. Глубокой ночью. Потом главное, чтобы встать еще. Пока выходной, благо могу себе этого позволить. Так, подожди, что-то показалось мне. Рафаэльчик не сыграет, да? Ладно, ну, у нас всегда получается один персонаж почему-то не отыгрывает свою роль. Причем при любых раскладах, которые я только делал, все равно остается один персонаж. Так, ну что, Усаги, в принципе, молодец. И Шредеру остается только добить. Все. И теперь смотрим, сколько мы насобирали мутагена. Я думаю, должно хватить, наверное, на прокачку. Итак, позиция у нас 42-я. Нормально. Возьмем с собой Лигу Мастеров 2 звезды. А там и до 3 звезд рукой подать. Ну, сколько мутагена? Вот, друзья мои. Значит, маузеры прокачиваются еще на один уровень. Итого у нас 99-й левел у них. Лучше даже и быть не может. Так, я забираю здесь награды. В новостях 0 пока. Ничего нету. 155 у нас уже платиновых осколков. Так, у нас пицца есть. Чуть-чуть. Давай добьем, наверное, ее. Эту пиццу. Так, где у меня Рафаэль? Так, комиксы эти ищем, да? Ну что, сразу же нашли. Второй. Ну, нормально. Так, все, пиццы больше нет. 2 осталось, а нужно 8. Ну что, ребят, со спокойной совестью я буду заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.